Я представлю нашего следующего докладчика, игумен Хрисанф Лепилин из Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, тоже в числе ветеранов этой конференции уже много лет. Игумен Хрисанф приезжает в нашу школу, в том числе на выездные семинары, работая с учителями, беседуя с детьми, и это его дело, продолжение того дела, которое он делает в монастыре, то есть внося, выполняя послушание катехизатора, работая в детских учреждениях. И также отец Хрисанф является организатором корнилевских чтений, ежегодной конференции, которая прежде всего адресована педагогам. Вот, и именно через вот эту любовь к педагогической деятельности, наверное, мы с вами так вот и подружились. Вот, прошу вас. Ваше Высокопреосвященство, дорогие Господи Владыки, отцы и братья, госпожа Ливика, уважаемые коллеги, ну, насчет любви к педагогической деятельности, это так все обсуждаемо, потому что, как часто бывает в монашеской среде, все началось с необходимости выполнения определенных послушаний. И потом это переросло в совершенно, то педагогическая деятельность, я имею в виду, переросла в совершенно необычную форму, которую сложно назвать любовью. Может быть, это что-то такое, как целая жизнь. Ну, может быть, это и есть любовь. Об этом мне сегодня рассказывали учащиеся нашей замечательной школы в честь апостола-евангелиста Иоанна Богослова. Мы сегодня как раз беседовали о том, что такое любовь. И они прямо так и говорили, любовь – это жизнь. Хотя в конце, к концу, точнее, нашего общения мы пришли к выводу, что это на самом деле поступок, а не любовь, это лень, это не только отсутствие поступка, но еще и любые другие поступки, которые отвлекают человека от его миссии, от его обязанности, от, так сказать, от него самого, или от ближнего, или от Бога. Ну, начать я хотел с другого. Я, когда я соглашался на участие в нашей очередной конференции, я поймал себя на мысли, а не поступаю ли я по страсти, потому что наше с вами общение лично мне приносит и радость, и утешение, и мотивирует на что-то новое и хорошее, и, так сказать, качественно, так сказать, иное что-то. И я думаю, ну неужели, да, слава Богу, что действительно атмосфера наша способствует радости, которая она из года в год продолжается и усиливается. Ну, наверное, это закономерно. Задачей сегодняшнего моего обращения к вам является не освещение какого-то сложного вопроса вот в его полноте, но задача является начало процесса изучения, начало процесса изучения и осмысления того, что происходит в нас, в нашей религиозной жизни, путем проникновения в понятие деятельности,
переживания и молитвы. Совершенно удивительным образом эти три состояния связаны. Некоторые ученые говорят, что и в этой неслитной и неразрывной связи проявляется образ Троицы Божественной. Вот эти три состояния человеческой личности, три, ну, как мы чуть позже скажем, или в этом убедимся, три процесса, происходящих в человеке, они разные, но друг без друга существовать не могут. И об этом мы начнем разговаривать. Прежде всего, мне хотелось бы объясниться с понятием переживания. Многие из нас, и это действительно так, многие из нас понимают переживания как процесс формирования эмоций. Но при более глубоком изучении самого себя человек вполне может прийти к выводу несколько иному, что переживание – это гораздо более сложный, емкий процесс осмысления человеком самого себя в предлагаемых обстоятельствах, в том числе в настоящем, прошедшем и будущем. То есть мы можем сказать таким образом, что переживание – это совершенно особенный род деятельности, а не просто, как мы сейчас упомянули, процесс формирования эмоций. Но этого даже на первый взгляд явно недостаточно для того, чтобы обратить внимание на себя и постараться понять, что со мной происходит. Переживания чаще всего непосредственно связаны и с благополучием, и со страданием. Что интересно, чаще всего те переживания, которые позволяют человеку познать самого себя, потому что не только друг в беде познается, но еще и сам себя человек узнает в больших и малых сложностях. Так вот, страдания приводят человека к тому, что его жизнь становится совершенно необычной. Вот в повседневной жизни человек трудится, решаются какие-то вопросы. Возможно, эти решения происходят через деятельность других людей или как-то так обстоятельства складываются. А вот во время страдания человек понимает, что он подошел к какой-то черте, когда он находится в таком состоянии, когда деятельность, привычная деятельность, созидательная деятельность невозможна. И вполне себе логично рождается тот вопрос, который однажды произнесла, ну, риторический вопрос отчасти, который произнесла одноклассница моей мамы, как она рассказывала, как ей было трудно там и сям. И она сказала: «Батюшка, я пришла в такое состояние, когда я сама себе задала вопрос, ну кто-то же должен мне помочь».
Такое состояние привело ее к необходимости первой в ее жизни молитвы. Вот это так называемое состояние невозможного. И конкретно ее, и большинство из нас приводит к попытке разрешения внутреннего конфликта, попытке освободиться от невозможности изменить свою жизнь собственными силами, приводит к обращению. К обращению к тому, кто может дать это понимание поступка, дать силу, дать возможность. Совершить в своей жизни шаги спасения. И конкретно из сложившейся ситуации и понимая спасение как поиск нахождения наследования вечной жизни. Но интересно, что не только страдания приводят человека к молитве, к этому аскетическому, религиозному действию. К молитве приводит также и радость, и сорадование, как одна из самых высоких христианских добродетелей. Ну, то есть, когда тебе так хорошо, что ты уже вынести этого не можешь. Такое состояние сверхвозможности. Когда из тебя радость, соучастие, сострадание переливаются, когда ты не можешь скрыть в себе вот этих новых жизненных сил. Такое состояние тоже человека приводит к молитве, к ожиданию встречи с тем, к поиску, к ожиданию встречи с тем, кто тебя радует настолько сильно, что вот это осмысление этой радости приводит тебя к надмирному такому личностному состоянию. Тут даже евангельская проповедь началась словами: «Покайтесь и приближись, ибо Царство Небесное». То есть не угроза страшного суда, да, не попытка избежать наказания обозначается словом покаяние, а это ожидание встречи, ожидание того прекрасного, что к тебе приблизилось на расстоянии одного шага. Вот обратите внимание на содержание этого евангельского обращения каждому из нас. Также очень важным для нас является понимание и осмысление направленности и действия, и переживания, и самой молитвы. Деятельность наша направлена к окружающему нас миру. Переживание направлено на осмысление происходящего внутри нас. А вот молитва, которая рождается через прохождение вот других таких видов деятельности, работы внутренней и внешней, молитва, она направлена к Богу самому. Вот такая между ними взаимосвязь. В качестве примера я считаю важным рассказать о тех событиях, которые происходят на исповеди, об этом знает
практически каждый священнослужитель, который долго или коротко принимает исповедь, участвует в таинстве покаяния. Когда к нему приходит человек со своим личным покаянием, он требует со стороны священника чего? Сопереживания. Да? Он приносит свое переживание и нуждается в сопереживании священнослужителя. И тогда священник у аналоя, ну не то чтобы довольно легко, но тогда он чувствует себя в своей тарелке, он понимает, что ему нужно делать самому. Ну вот, допустим, приходит к священнослужителю человек, и ну, это вот со мной это на днях буквально происходило. Пришла уже ну, женщина в возрасте и говорит, что у меня пьет сын, и что мне делать, там еще какие-то у нее. И вот, значит, поучаствуйте, пожалуйста, батюшка. Ну, я напоминаю о том, что исповедь, да, это что, это принесение личного покаяния, там такое. И я пытаюсь задать вопрос, ну, священник пытается задать вопрос, а давайте мы поговорим о вашем участии в том, что вас так волнует. А приходящий человек говорит, да чего тут обо мне-то? Вот мне нужно решить задачу с тем, что у меня сын пьет. Решите, пожалуйста, ее. То есть в этом случае от священнослужителя что требует? Содействие, а не сопереживание. И очень часто человек настолько отягощен вот этим состоянием беспомощности от того, что ничем своему сыну, ну, разбирая этот пример, помочь не может, такой человек не слышит священнослужителя. Он не может понять, он не может осмыслить своей роли в том, что его волнует, что он не может осмыслить своей роли в том, что он сделать ничего не может. То есть привел ситуацию к такому состоянию, что он стал каким? Беспомощным. А священнослужитель, он пытается обратить внимание человека на самого себя. Для чего? Да для того, чтобы у него молитва пошла. Для того, чтобы таким образом человек получил опору и стал бы способен принять участие в решении той ситуации, которая вошла в его жизнь. И в этом случае нам, ну, к сожалению, ну, нам приходится участвовать в каком-то вот, в какой-то соидеятельности, но выстраивать эту соидеятельность человека таким образом, чтобы он пришел к переживанию. Он пришел к пониманию своего участия в том, что его беспокоит. Но это довольно сложный процесс, хотя со временем вот, он особо не выходит за рамки одной исповеди и занимает все меньше и меньше времени. То есть помочь человеку в этом случае довольно сложно, но вполне себе возможно. Хочется сказать, хочется сказать о качестве молитвы в тяжелом положении, в вот этом в состоянии одиночества, в состоянии беспомощности, в состоянии невозможности принять каких-то самостоятельных решений. И древние отцы, и современные нам, или чуть раньше нас, духовники, наставники говорили о том, что
Сама память о Боге, само обращение к Нему является результатом вот этого переживательного процесса. Вот то, о чем я вам сегодня рассказывал. Но кто-то же должен мне помочь. Контекст нашей беседы вот с этой дамой, он показал, что Бог и вот это восклицание вменил в молитву, в обращение к Нему. С этого, так сказать, момента началось вот это благодатное и очень трудное изменение этого человека, изменение жизни. Началась работа над самим собой, над качеством собственной личности. То, что довольно непросто участвовать или продолжать то, о чем ты попросил. То есть, если мы говорим о том, что если наша конференция, да, контекст нашего общения направлен на рассмотрение вот этого феномена творчества, то такой вот вопрос, а что может быть больше? Ну и сегодняшние докладчики, они вот эту вот мысль раз за разом, но каждый в своем направлении, каждый своими словами, вот сегодняшние докладчики это повторяли. И в том числе вот выступавший передо мной отец Дионисий, вот он цитировал святых отцов, которые говорили, что вот выше творчества нет. Правда, произносил слово «искусство». И говоря о том, что, то есть понимая, что человек в своей жизни сотрудничает с Богом, и мы хорошо знакомы со словом «синергия», но понимаем это слово в контексте вот этого сотрудничества с Творцом, при этом нам очень важно не забывать, что вот это же сотрудничество, оно и может быть, и должно быть направлено к окружающему нас миру. Но в той степени, в какой это сотрудничество способствует и нашему спасению, и спасению тех, кто нас окружает. Я повторюсь, сегодняшнее слово, оно направлено, оно существует для того, чтобы начать в каждом из нас, и я не исключение, естественно, в каждом из нас, процесс осмысления того, что в нас происходит. Должен сказать несколько слов о моем помощнике, которого сейчас с нами нет. По-человечески, так сказать, это такая безвременная кончина произошла, но существует убежденность в том, что этот человек ушел от нас подготовленным. Вот. Это ученый. Некоторые из присутствующих здесь в зале очень хорошо его знали. И когда я слышал его на каком-то мероприятии впервые, я испытал такое, знаете, состояние раздражения. Это было очень необычно. Вот этот ученый, он сказал,
то есть он произнес несколько фраз, в которых не было ни одного русского слова. Они все были специальные термины, но раздражение было не поэтому, а потому что от удивления. Вот я задал себе вопрос, а откуда этот человек знает то, чем я, конкретно я, занимаюсь при совершении таинства покаяния? То есть он языком науки сказал точно то, чем мы занимаемся каждый день, причем, ну так, углубленно занимаемся. И пытаемся в этом совершенствоваться. И почему я сейчас говорю об этом, это не только дань памяти. Вот, к сожалению, наше личное общение с ним не сложилось, ну, по определенным историческим, так сказать, причинам. Но я нашел возможность даже и, так сказать, на могилу его съездить, так вот тоже что-то личное прошло. И вот этот человек своими трудами, он, как я считаю, помог донести в том числе до вас то, чем, еще раз, чем мы занимаемся каждый день. Вот инициируем процесс осмысления человеком самого себя. Понимание того, что есть простые вещи, которые нас окружают, к которым мы привыкли. Я сейчас имею в виду вот, переживание само по себе. Понимание переживания как глубинной внутренней деятельности, особой работы такой. Вот я хотел бы, чтобы вы, ну кто записывает, тот, я имею в виду на бумаге, пусть здесь там можно записать, вот, кто записывает где-то еще глубже, чем бумага, вот, может быть, вы запомните. Это этого ученого зовут Федор Ефимович Василюк. Федор Ефимович Василюк. И его деятельность, его научная деятельность, ну и вообще его жизнь в целом, я думаю, что он так не сильно сам для себя разделял это. Вот. Его жизнь и в науке, и так повседневно, она была посвящена тому, о чем сегодня так замечательно говорил Борис Сергеевич. И я вам сообщаю, я так в каких-то подробностях уже там, стал о нем рассказывать. Для чего? Не просто для того, чтобы отдать ему дань братской любви, уважения, благодарности, но еще для того, чтобы вы, изучая его научное наследие, которое изложено совершенно вот, вот до странности научным и одновременно простым языком, чтобы вы самообразовывали себя, это очень вам поможет. Тем более, что его труды, ну, как мне сказали, вот я потому что так всего не успеваю, чего хотел, что хотелось бы прочитать, сделать. Вот. Его труды довольно хорошо распространены в сети. Вот. И у него есть замечательная работа, которая была опубликована очень давно, в 2005 году, по-моему. Она так и называется «Переживание и молитва». Я бы очень хотел, чтобы вы нашли возможность и почитали. Это то, что потребно каждому человеку. Вот в поиске, в обретении самого себя –
в поиске связи и с тем миром, который нас окружает, в осмыслении этой связи, ну и главным образом в осмыслении своей связи с Богом. Через процесс деятельности, переживания и молитвы. Благодарю вас за внимание. Из графика несколько, но после этого доклада, конечно, нельзя не дать возможность людям высказать свои переживания и вопросы. Вот пока вы думаете, да, я... я хочу сказать слова благодарности нашим помощникам, без которых наша... Вот мы радуемся, так сказать, общению и получаем от этого удовольствие и все такое, но при этом мы не должны забывать о тех людях, которые сидят скромно, так сказать, перед вашими глазами и за нашими спинами, и которые осуществляют, дают нам возможность понимать друг друга. Это наши переводчики. Конечно, некоторые из нас, ну, от них же первый есть МАЗ, несколько недобросовестно отнеслись, да, к своим обязанностям, и текст доклада, да, мы не предоставили. Это ужасно, я совершенно понимаю. Я знаком. Мы вас простили. Уже простили. Ну тогда, хорошо, я не буду развозить. Нет, не нужно. Процесс покаяния. Давайте вопросы. Поблагодарить наших помощников. Спасибо. Так, все-таки вопросы, пожалуйста, задавайте, а то будет еще выступление. Большое спасибо, отец Хрисанцев, что упомянули Федора Ефимовича Василюка. И я хотел бы два слова добавить, потому что Федор Ефимович... был моим студентом и, в общем, соратником очень долго. Он очень любил Прибалтику. Его духовник из Риги, Мамонтов, да, по-моему. Да. Вот. И однажды мы как-то собрались и стали говорить, как проявляется в жизни смысл. Ну и всякие метафоры были, например, что вообще смысл... Смысл, можно сказать, и Бог, проявляется, такая была метафора, сквозь облака действительности. То есть как раз как солнце. Вот. И был такой даже образ, что вот вы идете, скажем, лесок такой не густой, лесок... сосновый, прибалтийский, типичный, да, и вы идете как-то, и вдруг открывается свет моря, который все преображает вот сквозь этот лесок. И вот так вот открывается так смысл, личность, Бог. Вот вроде бы да, есть предчувствие, а потом раз, оно открывается, вот на этом мы как-то сошлись, и потом уже, после его смерти, были опубликованы там его тоже стихотворные какие-то. Я, к сожалению, не помню, стихи трудно пересказать, но там было то, что вот когда в последний раз, так сказать, вот солнце проникает сквозь эти сосны, вот так я... приду как бы к вам, обернувшись, друзья, и мы вспомним этот день осенний, когда мы собирались. И вот большое вам спасибо, что вы его упомянули. Может быть, большинство не знает, но это действительно очень крупный такой психолог. И тут тоже у меня с ним разные были отношения, мы очень спорили с ним,
так сказать, и прочее, прочее, но, естественно, такая большая потеря и, с другой стороны, большое приобретение для всех нас. Спасибо большое. Да, Борис Сергеевич, благодарим вас за вас. Есть ли еще желающие задать вопрос отцу Хрисанфу? Ну вот, да, ваше молчание, оно такое многозначительное, и, то есть, можно сказать, многословное, потому что то, чего мы коснулись, да, то, что я предложил вам сейчас осмыслить, это категорически важно. И возможно, что вот это евангельское слово, в тот день вы не спросите меня ни о чем. Оно говорит и о полноте общения, но и с другой стороны говорит о том, что и хотя бы отчасти задача нашего общения на сегодня выполнена. То есть вот инициировано размышление, направленное в глубину самого себя. Вот иногда отсутствие вопросов оно как-то озадачивает, но вот сейчас оно совершенно меня не печалит, особенно если так повнимательнее посмотреть на ваши умные глаза, такие блестящие. Так что, пожалуйста. Ну, вы можете задать любой вопрос, как вы понимаете. То есть даже не по содержанию. Мало ли там чего еще. Как вот в прошлом году было. Перевод вам же, она сейчас по-испански будет. Aitäh, kas ma võin küsida ka eesti keeles, et te mainisite palvet ja mööda minnes ka tuli jutuks palve kvaliteet. Aga kuidas mõõta palve kvaliteeti? А, конечно. Хорошо. Вот вопрос формулируется таким образом. Как и чем измерить качество молитвы? Поскольку мы упомянули об этом. И, кстати, Федор Ефимович Василюк, он тоже отвечает на этот вопрос, но он как ученый отвечает довольно пространно. Хотя я вот обратил внимание, что у него ни одного лишнего слова нет. Ну, просто пространно. Мы скажем попроще. Качество молитвы мы можем понять по обратной связи. Вот и все. Я могу раскрыть это. Не надо, да? Но есть одно только вот такое замечание, которое, оно довольно смешное, но одновременно и жизненно важное. Оно описано в разные годы, как человек, ну это немного уже другое, как человек может понять, молился он или не молился. Тут житейская аскетическая зарисовка. Если ты стоял на молитве, и в храме или там дома у себя, и тебя кто-то отвлек, там позвонили, постучали, там вызвали. Вот твоя реакция, твоя первая реакция на отвлечение от молитвы очень точно покажет, чем вы занимались. Если вы со светлым лицом оборачиваетесь к человеку, который вас отвлек, значит, что-то было. Если вы обращаетесь к отвлекшему вас человеку с некоторым раздражением, то это значит, вы делали все, что угодно, но не молились. Это очень характерный признак того, что было. Спасибо за вопрос.